И в завершение о спорте. Чемпионат области по лыжным гонкам стартовал в Петропавловске. В нем участвуют более 100 спортсменов нашего региона. На первом этапе соревнований побывала наша съемочная группа. Десятки спортсменов из районов области и Петропавловска участвуют в первенстве региона по лыжным гонкам. На трассу выходят лучшие. Количество участников у нас более 100. Сегодня приехало 5 районов, плюс городские команды. Цели мы преследуем — пропаганда здорового образа жизни и отбор на республиканские соревнования, которые пройдут в городе Щучинске. Проходят соревнования в два этапа. Сегодня первый – раздельный старт. Лыжники начинают гонку один за другим с интервалом в 30 секунд. Преодолевают дистанции 2, 3, 5 и 10 километров. Длина трассы зависит от возраста. Соревнуются спортсмены от 12 до 17 лет. Бигзату Сансызбаю 14. Дистанцию в 5 километров он преодолел за 19 с небольшим минут. 5 лет занимаюсь. В том году я занял второе место. Уж третий раз выступаю на таких соревнованиях. Но я в этом году очень слабоват, потому что мало тренировался. Среди этих ребят есть и те, кто готовится к мировым первенствам. Но сначала нужно показать себя на домашней лыжне. К старту сейчас готовится Рустам Набиуллин. Я вот в январе поеду на чемпионат мира в Румынии. И через несколько минут я побегу гонку. 10 километров. Соперники очень сложные, но я постараюсь прийти первый. После раздельного старта спортсменов ждет старт массовый. Его проведут 12 декабря. По итогам двухдневных соревнований победителей наградят медалями, кубками и дипломами. Денис Севков и Дмитрий Желтышев. Новости МТРК.